Чего? Не знаю. Сережа спрятался. Хочешь конфетку? Нет. Прошла с кислос. Ой, подождите, у меня глазик не открывается. Время желтого арбуза. Так, желтый там. Где я? Покажи. Подождите. Я сейчас до конца его дорежу. Желтый. 3, 2, 1. Мы семья! И сегодня мы будем какие-то непонятные конфеты пробовать. Мы сегодня решили попробовать тайские какие-то непонятные сладости. Еще да. Какая-то, вот не знаю, кока-кола, тут не кока-кола, баночки какие-то, свинюшки, вот миньончики, вот пистолетики. У нас и еще куча. Какие-то часики вот такие. Часики вот такие, смотрите, сколько здесь разных. Даже кока-кола какая-то. Разных конфеток. А вообще это, да, это вообще должны быть конфеты. С чего будем пробовать? Давайте вот сначала это. Вот эту. Да, капли, это капли в нос. Да я шучу. Похоже это... просто на капли. Давайте в нос. Давайте папа почитает. Виноградные капли. Да. Я готова капать. Кому накапать? Я. Ой, смотрите. Ого. Капли в... Ну, давай язык. Вперед язык. Ну, мимо. Язык-то не убирай. Угу, вкусно. И чего? Пальчики оближешь. Да? Давай попробовать. Прямо супер сладость. Концентрат сладости. Попробуй, пап. Ух ты, здорово. Вкусно? Прямо насыщенная, насыщенная. Так, давайте вот этих попробуем, пока они не растаяли. Да, мне да, кажется, да, да, вот еще такие свинки. Да, давай, ты свинку открывай, я вот эту открываю. Ой, смотрите, ребята, смотрите, вот здесь Микки Маус, это папа свин. Ой, тут что-то такое странное. Покажи-ка мне. А, не просто в этом, в домике. А на... Короче, здесь какая-то какашка. Какой-то грибок с шоколадом. Ну, здесь такие нельзя продавать, здесь очень-очень жарко. Мне кажется, они у нас растаяли очень быстро. Я буду их вскрывать вот так вот ножницами. Смотрите, короче, здесь вот так вот. Да, они все растаявшие. Будешь? Фу. Ну, я попробую. Ну, это как шоколадные грибочки, помнишь, мы в магазине покупали? Это еще хуже. Слушай, шоколад. Наши шоколадные грибочки намного вкуснее. Короче, гадость. Надо это, запить. Это китайские сладости, мы ставим минус. В Таиланде не покупайте шоколадки, они тают за секунду. Ребята, у нас пойдут сейчас время конфеток. Открывайте время конфеток. Так. А я запью пока грибочки. А вот эти его тоже запьем. Да, грибочкам вот ставим дизлайк. Да. А вот этой штучке ставим лайк. И нашему видео ставим лайк. Так, это мы, значит, вот сюда в плюсы. А эти какашки мы в минусы. Что-то. Высыпаем сюда. Тихо. А закрой. Их надо вот так вот, по сути, есть. Вот так вот пить. Да, давайте мы их вот так вот будем на пальце есть. Вкуснятинка. Ой, сколько на пальчике. Давай в ротик сразу. В ротик. Вкусно? У нас пальцы все падает. Какой вкус, угадывайте. Лумничный. Ну давайте сначала этот пистолет тогда попробуем. А, это какие-то шоколадки. Так, ребята, у нас здесь проблема, пистолет у нас оказался сломанным. Ой. Да, он, короче, должен так вот делать. Пиу-пиу-пиу. Но у нас здесь все переломанное, поэтому будем прыскать в рот вот так. Мы тогда покупали в Дубае подобную штуку. Сейчас я так выпью. Да, такой. Чуть-чуть попробуй. Но у нас тоже продаются они. В Дубае... Было хуже, кстати. Мам, дай. Дай я попробую. Здесь нормально. Если бы работал, было бы лучше. Что-то у нас сегодня пистолетик сломался. Так. Передернуло. Так. Кислый? Нет, все равно вкусный. Вкусный? Как? Макука. Вкусно? Да. Время. Так, а теперь у нас следующие будет... конфетки. Да, теперь время центр шок. Так, куда вы пистолетик? Закрой. А, пистолетик? Да. Плюсы в минусы. Пистолетик мы в плюсы. Да, пистолетику плюсы, ставим плюсы, лайки. Значит, плюсы. Этим время конфеток ставим лайки. Мы открываем центрошок, высыпаем. Пью, какой пью, центрошок пью. Вы возьмете? Вот, это. Вот этот. Так, а я вот такой, смотрите, у меня блестящий. У меня редкий. А у тебя какая-то яблочко, а у тебя именно клубничка. У нас, Катя, скелет и паук. Чего? Так, сразу же салфетки, чтобы выплевывать таблетки. Конечно, шок же, шок. У меня пауки. По очереди, мама. У меня клубничка. Шок есть? Ага. Я скелет. Ну я сильная, я сильная. Не, мама, кушай. Я верю, что внутри будет сладко. И внутри еще кислее. Шок? Кисло-шок? Прошла с кислос... Ой, подождите, у меня глазик не открывается. Так, Мегарос борется с кислошоком. Откройте мне. Давай. О. Кто переживет кислошок, тот
Похлопаем Мегаросу. Давай, 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 давай. Давай. Дальше она уже не пишет. Катя. Кислошок. Давай, Катя. Борис, Борис. Жуй, Борис. Жуй, там дальше уже. Жуй, жуй, если жевать, она быстро прожуется. Не можешь выплевывать, если совсем плохо. Мама. Там кислота уйдет, там надо жевать быстрее. Кирюша спрятался. Кирюша спрятался. Хочешь конфетку? Нет. Попить. Кислошок мы ставим 5 баллов за кислость. Знаете, полезно, вот ты не можешь что-нибудь проснуться, вот в рот взял и сразу взбодрился. Взбодрился так резко. И соседи тоже взбодрились. Да, да, да. Это будильника. Это у нас, смотрите, какие-то змеи, тараканы. Внутри вообще неизвестно что, не тяни ручку, а вдруг выпрыгнет кто-нибудь. Не тяни, вдруг... Ребята... Там 3 челюсти. А, 4 челюсти. Зазывай, смотри. Ну как? Привет. Это не зубы, это даже пауки. Пауки нарисованы. Нет, а вот на языке паук вот мне пугает, что может быть, когда вы съедите, там внутри что-то должно остаться, так что не глотайте. Не хочу я есть это. Время следующей конфетки. Дальше будет какая-то непонятная кока-кола. Там а ну-ка, подожди, шарики. Там какой-то человек нарисован, смотри. Ну и что, человек с мечом. Покажи. Там какие-то черви, подожди. А это не надо, слушай, может это с водой надо смешивать? Нет, это невкусно. Кола, флабер, флейк, кэнди. Кэнди значит кэнди. Да, значит это просто, ну да, вкус-то кока-колы. Значит, да. Ребята, время следующей конфетки. Осталось последнее. Да, гадость переносите. А, гадость, нет, вот эту, кстати, вот в минусы. Почему она вкусная? Да, мне не понравилось. Я бы дизлайк ей поставила бы. А вот, вот и вот этим бы, кстати, Мегарос понравилось, мне тоже не понравилось. Да. Давайте вот это, смотрите, здесь надо точно разводить. И сделать, походу, надо кока-колу. Когда мы с мамой были маленькие, была юппи. Да, если вы знаете, что такое юппи, пишите в комментариях. Китайская юппи. Китаюппи. Китаюппи. Много не пить, а то можете умереть. Написано стаканчик. Да, сначала стаканчик, потом... Да, здесь немного. Так, сейчас у нас будут опыты. Кладем порошок в стакан и наливаем туда водичку. И у вас получается грязная водичка. О, какой процесс. Газики пошли. А мешать я уже даже боюсь. Смотрите, ну, это пена, потому что одна. А это точно это? Красиво. Детям можно пить. Я все думаю. Ну, давайте мама папа. Первая. Мама первая. По запаху кока-кола. Ой, мам, у тебя усы. Ну, спасибо. Мам, у тебя усы выросли. Ну, чего? Слушайте, вода разведенная. Кока-кола разведенная водой. Очень, очень, очень сильно. Прям... очень много воды, но мало колы. Ну и нету газов совсем. Маленьким нельзя? Да, хочу. Гадость. Так, Кирюша поставил. Ты что ставишь, лайк или дизлайк? Лайк? Кирюша ставит лайк. Ему не понравилось, но он всегда ставит у нас лайки, он добрый. Так, вот этой какашечке мы ставим дизлайк. Вот это все лайки, значит. Вот это туда дизлайки. Нет, это дизлайк. И вот это лайк. Вот смотрите, значит, у нас получилось 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4 на 4. Представляете? Кто победил? Вот так вот у нас. Что-то еще не хватает. Да, одной штуки. О, у нас есть желтый арбуз. Все это желтеньким арбузиком-то. И накроем. И накроем. А потом в туалете. Тебя в туалетике накроет. Время желтого арбуза. Так, тихо, ручки убираем. Мама у нас тут как профи. Режет желтый арбуз. Он желтый там. Где? Какой вид? Подождите. Я сейчас до конца его дорежу. Желтый. 3, 2, 1. Желтый. Вот это да. Так, давайте по кусочку. Желтый арбузик. Я боюсь. Боюсь. Ну что ты все? Катюха у нас очень девчонка такая трусливая. А я бабою. Ты попробуешь? Да. Вот Кирюша у нас смельчак. Я тоже попробую. И Растюша у нас Мегарос у нас смельчак. Но я бабою. Кирюша супер смельчак. Я не боюсь ходить потом. Мегарос супер пупер смельчак. Все. Так, давайте. А я бабою. Держите, это вам.
А это я попробую. Ты попробуешь, конечно, мой хороший. Держи. Давайте. Наверное, арбуз. Да? Ну он сладкий вообще. Нет, вообще обычный. Не знаю. Либо я в арбузных. Либо ты в арбузах не понимаешь. Сейчас я все понимаю в арбузах. Я профессионал по арбузам. Я вам сразу же скажу, вкусный он или невкусный. Покукая. Слушайте, вкусный арбуз, но у него реально специфический вкус какой-то. Как у дыни? Как у желтого арбуза. Нет, кстати, сладости, да, не так много, как у красного. Я хочу синий попробовать. Синий арбуз? Ну, это если только мы сами его наколем пищевым красителем, желтый арбуз наколоть синим пищевым красителем. Пишите в комментариях, какой арбуз получится. Дети выбрали, значит, Катя выбрала пипетку в нос, мегарос. Я ела. Катя, перейди. Мегарос выбрал конфеты. Катя, что с тобой? Они ж кислые. Ну все, ребят. Что получится? Синий краситель плюс желтый арбуз. Да, равно. Ставьте комментарии. Тьфу, ставьте лайки. Ставьте комментарии, пишите лайки. И пока-пока. Пока. Пока.